Версия под названием R50 пропала из гаммы туарегов 10 лет назад. Под ее капотом стоял могучий 10-цилиндровый турбодизель. Теперь Volkswagen решил возродить нашумевшее имя. Новый Volkswagen Touareg R — это гибрид. У него бензиновый турбомотор V6, а электродвигатель встроен в 8-ступенчатый автомат. Постоянный полный привод с межосевым дифференциалом Torsen. Литиево-ионная тяговая батарея расположена под полом багажника. Если подзарядить ее от розетки, по умолчанию кроссовер начнет движение только на электричестве. Снаружи Touareg R отличается черным декором и крупными колесами, а в салоне появились фирменный руль и синие акценты. Старт продаж намечен на второе полугодие. Volvo S90 и V90 пережили обновление на 6-м году жизни, но отличить новые машины от дореформенных будет трудно. На бамперах появились хромированные полосы, немного изменились противотуманные фары и задние фонари, а выхлопные патрубки спрятались под бампер. У внедорожной версии V90 Cross Country хромированных накладок напротив не будет, зато появился воздухозаборник большего размера. Салон шведы вообще решили не трогать. Из небольших новшеств — новый усилитель аудиосистемы плюс функция активного шумоподавления. У климат-контроля теперь есть более совершенная система очистки воздуха, а для пассажиров заднего ряда добавлены два разъема USB. Для всех моторов теперь можно заказать мягкогибридную приставку, которая поможет при старте. В продаже обновленное семейство появится летом.